Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики моего канала, я хранитель знаний. Сегодня поговорим о развитии через медитацию. Хочу сказать, что очень много людей сегодня рассказывает о развитии без медитации. Вы нервничаете, вы эмоциональны. Не нервничайте, не эмоционируйте. Вы неосознанны. Станьте осознанными. Вы чего-то хотите достичь. Возьмите, достигните. Но никто не говорит, что человек просто так не может измениться. Человеку нужен инструмент, с помощью чего он сможет быстрее измениться. Этот инструмент называется медитация. Также есть еще и другие инструменты. Это йога, это аскезы, это нахождение в тишине. Но медитация — это номер один. То есть, если сравнить, то медитация — это где-то 90% от всех других инструментов, которые существуют. Поэтому существуют люди, у которых есть в программе духовное развитие, существуют люди, у которых в программе нет духовного развития. Люди, у которых есть уже сознание, понимание, желание, стремление, зарождающиеся мысли в голове, обязательно этим людям рано или поздно нужно приходить к душевному развитию. И таким образом человек рано или поздно либо самостоятельно, либо через какого-то мастера, гуру, учителя приходят к духовному развитию. Есть медитация общего характера, есть медитация частная, индивидуальная, чем я занимаюсь очень множество лет. Вот, не обязательно нужно иметь какого-то супер-пупер гуру якобы, который разрекламированный. То есть нужно понимать смысл всех вещей, да? Кто вы, что вы должны делать, как вы должны развиваться и так далее. Все вот эти моменты играют очень большой смысл. Когда вы чего-то хотите достичь и не знаете, как этого достичь, нужно, естественно, обладать определенными знаниями, знаниями о космических законах, знаниями о себе. Всю жизнь надо себя изучать. Не мир, в котором вы живете, хотя это тоже важно, а именно изучать себя. Потому что чем ближе вы будете к себе, тем быстрее вы добьетесь результатов. И изучение себя через медитацию. Медитация – это концентрация, это покой, это уединение, это тишина. Это создание всех условий для того, чтобы все ваши тонкие тела, психика, внутренний стержень были расслаблены, чтобы ваше физическое тело получало энергию, было сбалансировано и имело очень глубокую тесную связь с душой. Это очень важно. Когда вы находитесь в таком состоянии, что постоянно нужно находиться в дисгармонии с собой, злиться, нервничать, желаемое не совпадает с действительностью, постоянно опускаете руки и так далее, то никаких результатов не будет. Человек, который стремится к развитию, он это делает, он не стесняется, он не откладывает в долгий ящик. Он понимает, что очень быстро можно достичь это с помощью внутреннего спокойствия, изучения своего внутреннего мира и медитации. Медитации существует огромное количество, множество. О них я постоянно рассказываю на канале. Существуют медитации, с помощью которых можно достичь здоровья, набор энергии, женской энергии, мужской энергии закачать, да, которых не хватает. Стать более осознанным, прийти к осознанным снам. Открыть сверхспособности, там, третий глаз, там, ясное видение, яснослышание и так далее. Отработать человеческие пороки. Без отработки человеческих пороков не будет никакого развития. Понять себя глубже. Какие-то защиты поставить, чтобы сложнее было порчу навести от сглаза. Защитная медитация. Медитация на проработку чакр, чтобы их активировать, там, чистить их периодически. Убрать все переживания, нервные стрессы.
сконцентрировать свои мысли, двигаться дальше. Медитация существует великое множество. Они очень есть узко заточенные, есть широкого спектра, который влияет и на заработок, и на проработку своего внутреннего мира, и на понимание различных процессов и достижение определенных целей. На самом деле медитация великое множество, их просто гигантское количество. Когда вы начинаете духовно развиваться, погружаясь через медитацию в свой внутренний мир, вы начинаете лучше понимать свою вторую половину, вы начинаете лучше выполнять свою работу, вы чувствуете лучше, начинаете интуицию, чаще обращаете внимание на интуитивные мысли, на себя, вам легче принять решение, сосредоточиться. Вы легче выделяете из всей той информации, которая в нашем мире существует, именно ту, которая нужна для понимания всех процессов. Это очень важно. Вы знаете именно, что вам нужно на консультации, да, когда вы обращаетесь, допустим, ко мне на консультацию. Вы чувствуете тоньше какую-то ситуацию, как поступить в той или иной ситуации. Легче перейти на более тонкий вид питания, да, убрать все ненужное, отделить вредные привычки, да, убрать их вообще со своей жизни. Понять, что вы хотите, да, легче вам общаться с другими людьми становится. Там лучше настроение будет, больше позитива. То есть полностью меняет медитация нашу жизнь. Не только там закачка энергии, да, не только принятие какого-то решения, не только интуиция, да, да, выход из тела, да, прорабатывать, выход в астрал, открытие способностей, работа с энергиями, работа с той энергией, можно лечить людей, очистить себя от каких-то ненужных блоков. Проработать человеческие пороки, коих очень много. Медитация – это ключ к себе, ключ к познанию мира. Да, даже взять Будду, там, Кришну, там, Иисуса Христа. Все медитировали, все были великими мыслителями, практиками. Когда человек медитирует, недаром рождается у этих людей столько различных цитат. Во время медитации вы начинаете понимать все процессы, да, потому что человек становится осознанным. И вот эти процессы осознанности, они как раз человека ведут по жизни. Человек более тонко чувствует свою судьбу, свою душу, свою программу, свои желания. Усиливается сила мысли, там, да, более целеустремленный человек становится. Сила воли увеличивается, уходит лень. Неверие в себя, страхи, которые блокируют все, просто на корню уходят. Каждый человек должен понимать, что научиться медитировать не получится сразу, через один день. Но и в то же время вы должны понимать, что медитация — это не борьба какая-то, это не работа с утра до ночи в поте лица там, и так далее. Это просто отличное комфортное состояние, балдежное, кайфовое, к чему надо постоянно приходить. Понятно, первое время там болит спина, там чешется что-то, что-то отвлекает, мысли там бегают и так далее. На это вообще не нужно концентрироваться. Со временем все будет получаться. Ищите идеальное состояние, идеальное место, расслабляетесь, приходите в норму и начинаете медитировать на определенные цели и задачи. Еще раз повторяю, общие медитации, они малоэффективны. Эффективны только индивидуальные медитации, которые направлены на определенные действия, которые подходят только вам. А чтобы понять это действие, нужно, ну, смотреть наш канал, быть все время в контакте, допустим, со мной, либо подобными людьми, кто это практикует, чтобы человек вас понимал, знал, чтобы человек вас знал, чтобы вы могли ему сформулировать свои правильные мысли,
И тогда человек может для вас составить идеальную медитацию, направленную на ваше состояние, с вашими какими-то заболеваниями, образом жизни, понимание и так далее. Сегодня такое сложное время, когда нас все отвлекает. Нас отвлекает, много нужно работать, много нужно заниматься семьей, да, бытовые дела. И хочу сразу сказать, что сущностям, нашим создателям все равно, насколько вы заняты, насколько у вас есть проблемы, всегда нужно отделять медитации, духовное развитие от материального, от семьи. То есть семья, бытовуха, материальное и духовное развитие – это разные вещи. То есть у вас в голове должно разделение быть, сепарация. Это обязательно нужно сделать сегодня. Как вы это сделаете? Договоритесь со всеми, с собой, и вы это сделаете. Цель себе поставьте, меньше раскачиваться, быстрее все делать. Выделить себе там 30-60 минут в день и постоянно медитировать, и тогда будет обалденный результат. В ближайшие годы стойкий, стабильный, вы увидите, как ваша жизнь поменяется. Потому что через медитацию меняется все. Меняются финансы, увеличивается финансовый потолок. Семейная ситуация меняется кардинальным образом. Вы лучше воспитывать детей начинаете. Вы лучше понимаете, что вам надо. В каком вы мире живете, значит, лучше понимаете других людей. Со временем вы вообще начинаете ощущать именно вселенские как бы чувства приходят, да? Вы лучше это понимать начинаете. Более адекватным становитесь. Живете в моменте здесь и сейчас. Вообще в развитии очень много всяких тонкостей. Если медитировать по определенным медитациям, допустим, открывать сверхспособности, выходить в астрал, а у вас этого в предназначении, в программе нет, то результата никакого не будет. То есть это нужно понимать. С помощью медитации, вот по моему глубокому убеждению, практике, опыту, 95% всех проблем можно решить сегодня. То есть вот прям смело говорю, вот индивидуальная медитация, она решает большинство ваших проблем. Если человек не развивается по программе, у него начинаются финансовые проблемы. Если человек не развивается по программе, может дать вплоть до рака образоваться, развода и так далее. Как только человек становится на свою программу, начинает развиваться, у него прямо практически мгновенно все налаживается в жизни. То есть самое главное не лениться. То есть с помощью медитации можно с ленью бороться. Лучше память развивать, да, мыслительные процессы лучше будут идти и так далее. А если еще там, скажем так, и руну, и камень подключить, да, допустим, к этим процессам, будет еще лучше и глубже все происходить. Поэтому развиваемся вместе, пишите обязательно свои мысли. Советую всем попробовать медитации, решить свои проблемы через медитацию. В современном мире магическая помощь перестает уже действовать, это наказуемо. Поэтому решение всех проблем через медитацию. Успехов, развития и отличного настроения. До свидания.